Король Речи Посполитой, динозавры, ведьмы, повелители огня. Музей Белорусского Полесья готовится к участию во всемирной акции «Ночь в музее», которая пройдет в Пинске 18 мая, символично в Международный день музеев. Культурная программа включает более 15 тематических площадок. Подготовлены новые специальные проекты. Двери главного городского музея будут открыты до 23 часов. Подробнее в нашем материале. Всем любителям искусства коротать время дома в этот вечер не придется. 18 мая Музей Белорусского Полесья приглашает вдохновиться всем самым интересным и захватывающим в одночасье в режиме нон-стоп. Уже в 8-й раз Пинск присоединится ко всемирной акции «Ночь музеев», история которой насчитывает более 20 лет. Впервые мероприятие прошло в 1997 году в Берлине. Каждый год мы готовим очень разные площадки. В этом году их будет более 15. Праздник планируется вынести на улицу. И также мы готовим такой интересный проект, который называется «Король в Пинске». Это экспозиция, которая посвящена приезду короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского в 1784 году. Хотим пригласить пинчан и гостей нашего города присоединиться к нашему проекту «Ночь в музее», который состоится 18 мая в эту пятницу, начало в 19:00. Музейный праздник обещает быть весьма насыщенным, учитывая импровизированные концерты, различные мастер-классы, фотозоны, ярмарку ремесленников, интерактивные игры. Свои двери распахнут исторические и этнографические залы, зал русской живописи и Великой Отечественной войны, зал «История Пинщины». В каждом предусмотрена своя творческая программа. Для посетителей будут работать аниматоры и кафе. Завершится акция зрелищным фаер-шоу. Все сюрпризы в один эксклюзивный вечер. Вечер 18 мая в 19 часов. Осталось ограниченное количество билетов. Стоимость музейного путешествия 10 рублей для взрослых, 5 рублей для детей.